состоялся круглый стол директоров, деловой форум для собственников бизнеса и топ-менеджеров компании. Мероприятие традиционно проводит КСК Групп, одно из старейших консалтинговых агентств России. Тема форума этого года – прозрачная среда для роста. Роста бизнеса, конечно. Организаторы форума говорят, прозрачность – это та среда, в которой всем нам приходится жить. Благодаря информационным технологиям, социальным сетям и интернету каждый человек или бизнес может оказаться на виду. Управляющие и налоговые органы видят и знают про нас все больше. Единственный способ преуспеть в этих условиях – научиться жить, ничего не скрывая. У нас везде есть так называемое ключевое визуальное изображение. Это стакан, в котором стоит росток. Тут достаточно простая метафора. Росток – это бизнес, а воды у нас мало. Уменьшился объем денежной массы, на рынках конкуренция, и для бизнеса, бывает, не хватает ресурсов для роста вот этого нашего хрупкого растения. Прозрачная среда для роста – это та самая вода, которую необходимо в этот стакан добавить для того, чтобы мы начали расти, развиваться, цвести. Среди участников форума нет ни рантье, ни представителей сырьевых компаний, только реальный средний бизнес. Основатель компании по продаже детских товаров Александр Бандишов говорит, приехал обменяться опытом с коллегами и получить профессиональный совет. У нас кризис в стране, и всем стало хуже, население стало мало денег. Это первая причина. Раз у населения мало денег, значит, у нас у ритейлеров мало продаж. Наш рынок детских товаров упал меньше других, но, тем не менее, на нас это все равно отразилось, и поэтому все равно, как и все другие рынки, приходится думать, как выживать и развиваться. В условиях нехватки ресурсов и ужесточения конкуренции бизнесмены все чаще прибегают к помощи профессиональных консультантов. Консалтинг аккумулирует те знания и опыт, которые позволяют бизнесу расти. Каждый участник форума, когда летит сюда, выписывает себе очень подробный план вопросов. Отсюда он улетает со вторым списком. Это некий план действий. Это поистине лучший форум для бизнеса, который существует сегодня в России. Лучше он, в первую очередь, с точки зрения практической применимости тех решений, которые наши участники привозят с форума. Согласно опросу, проведенному КСК Групп, предприниматели сегодня волнуют вопросы налогообложения, снижения издержек и возможности выхода на новые рынки. И задача консультантов не только найти ответы, но и помочь создать уникальную стратегию для каждой компании. Ведь двух одинаковых бизнесов не существует.